Каких девушек боялись в средние века? Чумовых. Моя девушка поняла, что без дона лучше, и бросила меня. Опирается коза уходить за продуктами и говорит козлятам: никому дверь не открывайте, как вернусь, скажу пароль. Я коза, соси сосок. Волк это услышал, подождал, пока коза уйдет, подошел к двери и говорит: я коза, соси сосок. Козлята подходят к двери и отвечают ему: соси у нас глазок. А как ты помогал солдатам войну? Носил им патроны, еду, водку. Молодец, а что они тебе говорили? They're good, Вольдемар, they're good. В бар зашли два дракона. Что-то здесь жарко. Пасть закрой. Доктор, готовьтесь, сейчас я вколю вам вакцинацию. В жопу? И в жопу. Ну, сначала вакцинация. Что общего между неработающей лампой и сексом? Тебе не светит. Я горжусь двумя людьми, Гагариным и Ньютоном. Один попытался съебать с этой планеты, а второй доказал, что от первого нихуя не выйдет. Стали асфальт на мосту, и один дорожник упал за ограду. Теперь он внедорожник. Нормально, ты хар. Призывник проходит медкомиссию. Ему говорят: разденьтесь и нагнитесь. Подходит врач, раздвигает ягодицы и спрашивает: вы курите? А что, пахнет? Хорош. Презерватив все равно не дает 100% защиты. Вот у меня друг надел его, а его все равно машина сбила. Вы подошли к подъезду. Неловкое молчание. Она теребит в руках ключи в ожидании, когда ты ее поцелуешь. Ты пытаешься понять, зачем ей в руке гаечные ключи. Засунул в жопу 10 копеек. Мелочь. Жена звонит мужу. Жена: дорогой, у тебя серьезная проблема. Муж: что случилось? Я въехала в Майбах, предложила расплатиться с ним натурой, и он согласился. А в чем моя проблема? Бандерец гей. Армянин-программист назвал своего сына Трафик.